Всем привет, с вами Комнова Аня, проект Faberlic Online. И в этом видео я вам расскажу, что я заказала себе на отдых в Абхазию на 26 дней. Это вторая коробочка для девочек, 5 штучек, и для мужчины одна штука. Да, мы сегодня прикалывались, считали людей. Тут мы всей огромной толпой отдыхаем, свекровь приехала, мы решили ей праздник подарить, несмотря на то, что мы и строим дом. Смотрите, в общем, заказали чаев, кофеев, и сейчас начнем все разбирать. Вторая коробочка с артикулом 16012, черный чай, восточный чабрец. Я вообще не планировала чаи больше заказывать, но мама очень любит пить чаи, и она именно вот этот чай любит, и я заказала для нее. И вы представляете, какое совпадение, он как раз был в бонусах за покупку на втором шаге заказа в разделе мои персональные акции. Это, конечно, было великолепно, это было вообще прикольно. Вот он действительно вкусненький, классненький. Я больше люблю фисташковый с ромашком, у меня еще остался, потому что я в большей степени не кофеман, я не чайман, поэтому восточный чабрец с кардамоном и экстрактом каштана пойдет к маме в номер. Далее у меня практически закончилась парфюмерная вода, моя любимая, которую я взяла с собой, пользовалась Элисар, и вот сейчас я заказала Авиатрис. Очень классный, легкий, суперский парфюмчик, артикул 3089, поэтому буду месяц целый ей пользоваться. Мне она нравится. Вот именно это Авиатрис, 50 мл идет. Классный флакончик, легкий, суперский. Ну, я понимаю, что она у меня останется, если свекровь не подключится. Дальше потеряли где-то кусачки, заказали кусачки Faberlic. Я о них говорила, что они не особо удобные, но вот вы знаете, все-таки они мне нравятся. Они мне нравятся, и маникюр, и педикюр, все классно. Тут в абхазских аптеках есть хлордексидин и так далее, и мы с дочкой пользуемся одними. 910 390, нормальная. Так, дальше это у нас идет стойкое покрытие Stay On, артикул 7830. Я его, к сожалению, потеряла, поэтому ногти не покрыла. В первой части я показывала вот эти лаки, так как мы тут месяц, я понимаю, что это не гель-лак, и придется все равно перекрашивать, покрывать, поэтому вот еще два лака пришло. Вот этот лак, конечно, он особенно мне понравился. В конце, вот, ой, лишь бы не забыть, его нанесу на один из накоточков, покажу вам, как он смотрится в сочетании с этим. Артикул 7798. Классный лак. Мне нравятся такие вот блестящие. Я вообще сорока, если честно, и поэтому на отдыхе, ну уж хотя бы на отдыхе могу себе позволить. Дальше. Освежитель у нас закончился. Мы брали пару штучек. Ну вот за месяц пару штучек у нас ушло. Значит, освежитель для воздуха 8005. Это натуральный освежитель. Он клевый, классный и один из моих самых любимых ароматов. Это аромат сиреньки. Влажная туалетная бумага. Детская и взрослая. Ее тут много. Мне она нравится. Я прям восхищена тем, что у нас это появилось. Во-первых, тут 40 листов. Идет 0+. Она смывается и биоразлагаемая. То есть ее можно смывать в унитаз. Идет гипоаллергенная. У нее легкий, классный, влажный аромат. Ну, прикольная штучка. Так, значит, детская идет с артикулом 304-01. Израсходовали, кстати, быстрехонько 40 листочков. И мы брали по 2 пачки. Вот за 2 недели по 2 пачки израсходовали. И вторая с артикулом 30-400. Это взрослая. Тоже идет с алантаином и так далее. Да, вот сколько мы их тут заказали. На данный момент мы снимаем, получается, 3 номера. И все это по 3 номерам разойдется. Штука клевая, штука классная. И вместо бумаги на отдыхе прям на вес золота. Поэтому прям не раздумывая взяла нам на месяц всем. Тут в Абхазии не очень любит прибираться, не очень любит работу. И я решила, мне проще самой. Да, влажные салфетки чистящие с универсальным эффектом. Одну штучку заказала. Тут 30 штучек. Вот иногда хожу, протираю пыль. 2-3 штучки уходят. Артикул 30, 550. Ну, плюс ко всему они идут с антибактериальными компонентами. Но мне больше нужна чистота в доме. Где-то что-то затереть, протереть. Салфетки очень хорошо помогают. Далее пошли. Так, а что это у нас? А, это карточки. Я не знаю, сколько их тут штук. Это купоны на летние скидки. Я их уже 100% не выберу. Очень жаль, что их нельзя дарить, а то бы я раздарила их все вам, мои дорогие подписчики. Потому что, ну, такое огромное количество, конечно, разрешали бы дарить. Потому что у нас было в прошлом каталоге заказ около 700 баллов. Потому что я заказывала и домой, что родители писали. Там мои родители, родители мужа писали, что там закончилось. В деревню писали, у них там стройка идет. Мыло для рук только так летит. Я не знаю, поскольку пачек уже и твердого, и такого мыла, я сколько туда не отправляю, у них крем для рук и мыло вообще просто улетают десятками. Ну, это в пустышке никогда не выйдет, потому что я им сказала сразу, в пустышке мне не нужно вот это все, поэтому выкидывайте там. Так, дальше, пойдем с вами по волосам.
Так, во-первых, это несмываемый бальзам-уход. Тот у меня практически уже к концу подходит. Я вам расскажу. Эксперты зелененький я заказывала. Вот этот 30 мл, он идет побольше. У него немножко другое действие, но он мне тоже очень нравится. Это несмываемая восстанавливающая сыворотка для всех типов волос. Ее можно наносить на сухие, на влажные волосы. Ее не нужно смывать. Она ухаживает и не утяжеляет волосы в течение всего дня. Значит, сыворотка интенсивно восстанавливает волосы по всей длине, глубоко проникает, вот написано, в структуру волос, но я это как вот проверю, я не понимаю. В общем, нежная, легкая, классная. У нее такой, знаете, приятный, нежный, еле уловимый, на мой взгляд, ароматик. 7734 артикул. Вот она, видите, такая вот идет. Она, кстати, экономичная, ее много не надо. На волосах она как будто, знаете, высыхает, и сначала вроде бы наносите вроде бы влажненько так, а потом она подсыхает, и волосики рассыпчатые, классные, неутяжеленные. Она мне всегда нравилась. Ну и тут на отдыхе, знаете, какие-то прически, какую-то чушь, вот это все. Ну просто без... не то, что неохота, да, ну кто это делает, елки зеленые, согласитесь со мной. Просто хочется рассыпчатых, блестящих, классных волосиков, и все. Помыл голову, слегка феном сверху немножко подсушил, пошел с влажными волосами, и через полчаса они уже сухие, потому что жарко. Вот у нас третий день передают грозы, ни одной грозы, к сожалению, мы не дождались, ни одного дождя. Нет, дождик немножко был ночью, вроде бы что-то там я слышала, а так очень хорошая погода. Дальше побежали. Для бритья три бритвы, ну, они такие, знаете, на четверочку, прикольно. Тут попользовался, выкинул, вообще великолепно. 910-060 артикул, три штучки. Заказала новый спонж. Спонж мне нравится, но тот уже старый, я им отпользовалась месяц, я не люблю их стирать, по той простой причине, что сколько бы вы их ни стирали, как бы они у вас не сохли, сколько бы вы за ними не ухаживали, все равно через 2-3-4 месяца, когда разрезаешь, внутри уже, ну, не очень... приятное зрелище, можно так выразиться. Артикул 910-243. Поэтому спонж косметический, материал полиуретан. Я этот поменяю, а тот уже выкину. Даже в пустышках показывать не буду, просто выкину его. 910-243. Так, дальше. Заказала себе вот такую вот кисточку. Думала, сама буду тут ногти красить, но мне тут знакомая накрасила ноготочки. Потому что я левой рукой правую очень тяжело крашу. Видать, у меня полушария, что ли, не развиты. Но я думала, что мне придется самой вот это вот все выводить, тут раскрашивать. Ну, нет, обошлось без этого. Ну, ничего страшного, увезу домой. Штучка действительно прикольная. Действительно нужная. Так, артикул 8752. Вот это мне не пригодилось. Если я правильно артикул говорю. Но тут другого вроде бы как и нету. Только этот, 8752. Могу ошибаться. Дальше. Не выдержала душа поэту. Заказала себе надувную подушку. Она очень классная, крутая, но я ее потеряла где-то в дороге, помню. И вот я вам скажу, что 3,5 часа или 3 часа 40 минут. В общем, долго. Лететь очень тяжело мне без этой подушки. Я купила в аэропорте обычную подушку. Во-первых, она занимает много места. Вот не так. То есть вот эту сумочку положил и забыл. Когда надо, поднадул вот этой вот губочкой. Вообще классная штука. И она до такой степени упругая, шея нисколько не устает. Я очень-очень хорошо и спокойно сплю. Артикул 910-216. Муж у меня такие прим-бомбасы, как он сказал, не любит. Я очень люблю. Во-первых, у нее такая вот какая-то вот формула идет, то, что тут она не прилипает и ничего. И за счет того, что она упругая, тут идет вот застежечка, и за счет того, что она упругая, ей очень сильно удобно пользоваться. И сдувается она тоже быстро. Тут мы с вами затыкаем и поехали. И оно начинает уже накачиваться само по себе. Ну, я не знаю сколько, но буквально может быть максимум вот так вот понанажимать минутку, и оно уже надувается, и вы можете, в принципе, даже регулировать, сколько вы будете надувать, как вам оно нравится, не нравится. Надувается очень быстро. Вот видите, уже, ну вот, где-то даже меньше минуты получилось надуть, и жесткость можете сами регулировать. Я вот лично жесткость полностью целиком выбираю. Мне надо, чтобы было потверже. Во. Красота. Спать прям одно удовольствие. И стирается она хорошо, пусть и вручную, но я такое люблю с собой брать. Вот, все, уже даже некуда больше надуть. Вот я в самолете, взлет пошел, я сижу, надула. Когда мне надо, я ее сдула. Сдувается тоже. Вот я ее таким образом сложила, сняла обратно в сумочку, и все. Никаких проблем. И места мало занимает. В общем, у кого оно есть на складе, девчонки, кто часто путешествует, летает, рекомендую. Даже в машине очень хорошо. Шея не устает, можно поспать.
Так, поехали с вами дальше. Это не мне, сразу вам говорю, это у меня свекровь это все дело любит. Значит, бальзам питания и блеск для нормальных лишенных блеска волос, ромашка и кедровое масло, 98% натуральных ингредиентов, 200 мл, артикул 8748 для нормальных лишенных блеска волос. Вот такая вот у него консистенция. Он, видите, такой катается, жидковатый, но не особо жидковатый. Дальше. Большой объем. Шампунь-бальзам 2 в 1 с кондиционером. Артикул 7771, 400 мл. Тоже им взяла. Ну, потому что 4 девочки, пусть уж как-нибудь моются. Мама сегодня уже умудрилась пару раз помыться, представляете? Уже! Вчера они прилетели, ну, на момент съемки этого видео, они вчера прилетели, она уже 2 раза помылась. И говорит: Аня, я все пробники израсходовала, сколько можно ждать, пока ты снимешь обзор? Я говорю: мама, сегодня все будет у тебя в руках. Так, значит, артикул 8750, бальзам, восстановление и уход для сухих, поврежденных и секущихся волос. Ну, это тоже всем, он такой же вот идет. Запах у них практически у всех. Знаете, он немножко отличается, но вкусный. Вкусный, приятный, вот, знаете, такие вот травки и что-то такое вот у них бывает. 8750, 200 мл. Дальше вот еще такой шампунь. 7770. Слушайте, они что, одинаковые, что ли? А нет, нет, нет. Это укрепление и блеск тоже для всех типов волос. Укрепление и блеск. 7770. Липовый цвет. Побежали по масочкам. Это я себе масочек набрала. Ну, одной масочки мне примерно тут на 3 раза. Я сильно много их не наношу, как дома не питаю. Кто-то делает маску для волос там раз в неделю. Нет, я могу сделать 2 раза в день, но тоненький слойчик. Артикул 8363. Она активно питает волосы по всей длине, обеспечивает глубокий уход, наполняет силой. В общем, такие рассыпчатые классные волосики. И, кстати, я еще эту маску часто делаю перед какой-либо укладкой. И запах у нее, знаете, такой, мне не очень нравится, но сносный. Такой ягодный, что ли. Она еще такая, блестюнчик идет, мелкие какие-то тут капсулы, гранулы, да, ну вот такая вот у нее густота. Если долго подержать, вот она начинает выливаться. Запах, ну, приятный, приятный, но он не свежий, понимаете, я вот больше люблю свежести, а тут какие-то ягодки как будто. Так, зубная паста идет для ребенка, 5112 артикул. Далее, щеточка для умывания и нанесения как раз-таки масочек, 910-187. Вот эта сторона умываться, а вот эта сторона масочки наносить. Обычная, мне кажется, она не только в компании, даже в Faberlic есть обычная, но я у себя заказываю всегда. Я вообще такой человек, прежде чем где-то что-то заказать, я сначала смотрю, если у нас на сайте. Вот мне спрашивают: вот вы делаете такие объемы, ты-ты-ты-ты. Я говорю: да вы такие же объемы делаете. Просто вы думаете, что заказать, и вам кажется, там раз, допустим, в неделю сделать заказ там, на 2000 рублей, это кажется много. А в магазине один шампунь, другой шампунь, те же 2000 набегают. Так, дальше. 8722, любимый мой гель для интимной гигиены. Я не знаю, хватит ли его, потому что детского геля для интимной гигиены нет, и Викуська перешла вот на него. Ну, будем надеяться, что хватит. Будем прям надеяться. Немножечко разочаровалась вот над этой новинкой. Мне не сильно нравится аромат. Все-таки пахнет каким-то печеным хлебом, потому что тут написано с овсяным молочком и молочными протеинами. Ну, не совсем я довольна ароматом, честно вам скажу. Да, он нежный, он гладкий, им очень приятно мыться, прикольная консистенция, но напоминает больше не гель для душа, не свежесть какую-то, а именно еду. И мне это не нравится. Вот 8764, он был как новинка, я прочитала аннотацию, хорошая уходовая аннотация, все, я его взяла. Вот он такой светленький, он очень хорошо пенится, он прям идеален. Вот для моего личного тела он идеален. Тело даже так сильно крема не просит, как вот после обычных гелей для душа, но все-таки ухаживающий идет. Но все-таки аромат много для меня значит. Лучше пусть его не будет, чем он будет такой. Не противно, но когда ты на ночь моешься и думаешь, печенюшку бы сейчас вкусную, потому что он пахнет каким-то то ли печенюшками, то ли чем, непонятно. Печенюшный хлеб, что-то такое вот. Не знаю, мне не понравился аромат, но до такой степени мягкий, он нежный, легкий. Прям понравился. Вот. А вот это мне нравится. Обновляющий ароматный уход с персико-молочными протеинами. Артикул 7973. Это вкуснятина еще та. Прям люблю его. Тоже такой же вот светленький. Ой, прям, ну, персики в молоке. Он тоже идет, деликатно очищает, погружает в самые приятные мечты. В общем, тут особо ничего не написано. Дуэт для гладкой бархатистой кожи. Ну, вот тут тоже ухаживающий идет. Да, с молочными протеинчиком. Дальше.
вот эта вот линеечка. Я ее заказала свекрови. Очень-очень понравилась она мне. Кислородный бальзам. Я его уже вам показывала, поэтому долго на нем останавливаться зачем? Одно и то же смотреть вы будете зачем? Значит, вот именно этот кислородный бальзам я наношу под все кремы. И он улучшает действие всех кремов. Мне очень нравится. Пользуюсь сколько лет и прям балдю, если так можно выразиться. Прошу прощения за мою неправильную речь. Очень много меня кто ругает, но я никак не могу успокоиться и начать говорить красиво, правильно, как надо некоторым подписчикам. В общем, 5806 про артикул. Классная штука, увлажняет. Он даже может быть как самостоятельный крем. Тоже отлично. Потому что он активирует синтез коллагена, повышает тонус кожи, улучшает тон и рельеф, стирает следы усталости и стресса. Он сам по себе омолаживает и усиливает действие всех кремов. Если это сделать как вот сыворотку, например, тонкий слой его, потом сыворотку нанесли, и он такой, как гельчик, сейчас впитается. Ну, я, конечно, опять налила так налила, и, честно скажу, нравится. Очень даже нравится. Дальше. Это шприц у нас идет с вами. Только сделала маникюр, и вот уже думаю, что же будет. Так, расковыряла губочку. Так, так, так. А, он тут еще разбирается. В общем, не смогла я уделать эту штукенцию, только зря выдавила кучу полезного ингредиента. В общем, это сыворотка, очень-очень крутая, но я ее наношу не в зону там морщин, еще чего-то, а я ее именно наношу на все декольте, на всю шею. Очень стараюсь за шеей поддерживать именно вот эту вот шею. Хорошо. Она идет сыворотка кислородная мезотерапия для всех типов кожи. Это домашняя альтернатива салонной процедуре, которая предполагает введение кислорода в глубокие слои кожи с помощью инъекций или специальных аппаратов. Мгновенно насыщает кожу кислородом, восстанавливает способность к обновлению, повышает тонус кожи. В общем, все, что нужно для моей шеи, она действительно хорошо работает. Мне понравилось. Не особо, конечно, экономично, но могу себе позволить, как говорится, себя надо любить. Далее крем. Значит, один крем будет у нас утром увлажняющий, а другой крем у нас пойдет питательный, он пойдет на ночь. Это я все заказала маме. Увлажняющий крем артикул 5796, а питательный 5797. Вот такие вот хорошие. Они приходят оба в одинаковые упаковочки. Я маме тут подпишу утро или вечер. Таким вот образом. Тут идет крышечка. Вот. Такая у них консистенция. Очень приятный, нежный, легкий, мягкий, суперский такой вот аромат. Я говорю, маме, тебе как минимум вот этот, вот эту кислородную серию нужно. Так, дальше. Сейчас у меня какие тональные кремы? Предисловие. Вот у меня сейчас такие, ни за что бы не подумала, что у меня очень хорошо пойдет вот этот вот 6478. Я ярый противник загара. И он в начале моего отпуска, он был мне темноват. Сейчас, смотрите, он у меня уже практически сливается с кожей. А вот 6174 я им на данный момент пользовалась, как обычно. Сейчас я их перемешиваю, потому что это для меня слишком светлый, а этот еще пока что не совсем сливается, поэтому когда я намешиваю посерединке оттеночек, получается ровно тот, смотрите, его прям не видно, и лицо у меня такое же уже стало, да, и получается ровно тот, какой мне нужен, вот эта вот серединочка. Раз, видите, даже практически не видно его. Вот до какой степени я тут загорела, к сожалению. Не совсем помню, на чем остановилось видео. Перегрелся телефон, потому что тут жара, поэтому поехали дальше. Кондиционер. И, ну, в общем, два в одном. Очень крутая штука. Мне понравилось им стирать. Очень такой, знаете, густой, хороший, качественный гельчик. Стираю им уже, ну, все Сочи стирали, вот 17 ночей. Сейчас стираем. И могу вам сказать, что действительно крутой гельчик. Вот он такой вот густой очень, виден. Аж трясется. Очень-очень густоватый. Он сейчас назад не дождаться, но суть в том, что вот он ползет. Видите, какой густой. Что тут удобная крышечка. Даже если где-то какие-то излишки чего-то, вы закрутили и не замарали саму упаковочку. Значит, это средство для стирки литровое. Артикул 8008. Идет кондиционер для белья 2 в 1. Ну, запаха практически никакого нету. Поэтому я еще где-то заказала кондер. Хочется еще кондер. Тут есть машина. Мы стираем. Два раза вещи я не надеваю. То же самое мой ребенок. Потому что мы белокожие, северные. Сходили позавтракать, спотели.
сходили покупаться, все, одежда в соли, купальник в соли, надо стирать. В общем, заказала я себе 3 штучки, муж спорил, что перебор, я спорила, что мне столько надо. Вот не знаю, кто победит, делайте ставку, кто победит, муж или я, пишите в комментариях. В общем, 3 штуки взяла. Так, это, угу, это в другой номер, шампунь, бальзам 2 в 1, укрепление и блеск, масло крапивы, он уже был, 77-70, надеюсь, хватит. Дальше. В номере есть чайник, все есть, поэтому средство для мытья посуды. Мне это надо, мне нравится. Артикул 30098. У нас есть пустая баночка из-под жидкого мыла для рук. А вот я пополам с девочками сделаем и разольем, и каждый по номеру. Потому что, ну, неудобно обычным мылом, жидким мылом мыть посуду. Неудобно. А кофеек, чаек с видом на море с утра, там, да, когда только проснулись, ну, это святое, да, это святое. Поэтому я заказала сочный грейпфрут, я заказала тот аромат, который нравится именно мне. Нравятся эти средства. Фрукты мыть. Очень важно мыть фрукты. По-хорошему. Это средство подходит для мытья фруктов. Видите, маркировка 0+. Просто так ее сюда никто не поставит. И 0+ фрукты мыть. Самое-самое то. Кстати, сегодня надо за фруктами сходить. Рефрешер для одежды и тканей взяли. Гладить лень. А рефрешером очень быстро все разглаживается. Прямо быстро, прямо мгновенно. У нас даже был случай. Мы ходили на фотосессию с мужем. Нас пофоткал наш рубиновый директор Ирочка Тихонова, которая к нам тут приезжала, ну, просто, знаете, на телефон, на память, на закате, так красиво. И он сядет в своей хлопковой вещи, встает, а она уже мятая. Я пших-пших разгладила, фотки класс, фотки класс. Так, дорогие мои, лайфхак. Мы сейчас в номере в Абхазии. Кстати, купальничек тоже шикарный, суперский. Так, талию классно выделяет. В общем, смотрите, очень мятые, но ткань легкая и тонкая. Побрызгали вот так вот. Да, видите, вот тут небольшой такой спрейчик. Побрызгали. И прямо вот сейчас, ребят, одной рукой при вас все вытираю. И вмятин нет. И все, и пойду. Вообще шикарно. Смотрите, как здорово. Если еще подержать. У меня муж ушел, я говорю, помоги мне снять видео. А он бежал. У нас сейчас рубиновый директор Ириночка Тихонова приехала тоже к нам в Абхазию, мы вместе с ней сейчас потусим, отдохнем. Но не правда, с дороги, усталые. Смотрите, все ровно, классно, ни вмятинки нету. Вот все, выпрямилась, все шикарно, ни одной вмятинки нет, и пошла. Шикардос. А еще, знаете, что я вам хочу сказать? Как раз вот в этом моменте, вот этот вот рефрешер, мне больше вот этот запах понравился, 30-289, знаете, что в нем классного? Он очень суперски освежает постельное белье. Белье меняют раз в 3 дня, мы с утра проснулись, кровать пропшикали, заправили, и все, и мы кайфуем. Вы представляете, как классно? Мы кайфуем, мы всегда спим свежим. Вот эта вот штука, это просто бомба. Целую израсходовали в Сочи, сейчас взяли 14 ночей в Абхазии и тоже взяли с собой вот этот вот рефрешер. Он крутой. Идет суперски, без занятий, без запахов фото, освежает. 30-289, мне очень нравится. Я его взяла как жидкий утюг. Как жидкий утюг. Далее, 400 мл. Артикул 2830, 400 мл, это у нас идет новинка шампуня. Шампунь мне понравился, я вам сейчас уже о нем могу сказать, потому что он у меня есть в пустых баночках. Во-первых, его надолго хватает, классный, клевый, даже если голову 2 раза в день мыть. Ну, не могу я, девочки, не мыть после моря голову, это нереально ее не мыть. Ну, нереально, я вот не могу, я хожу, чешусь, у меня волосы как пакли, расческа туда не влазит. Но соль, она и в Африке соль. Поэтому, кто пишет, что я много заказываю шампуня, ну, извините меня, ну, не знаю. Пусть не моется в отпуске тот, кому не лень чесаться, как мне один подписчик написала, и кому нравится ходить с поклями на голове по кафешкам. Мне вот не нравится. Я люблю рассыпчатые, блестящие, чистые волосики. Мне вот так хочется. Я так хочу. 28-30. Шампунь понравился. Как вы видите, заказала повторно. Значит, клево. Волосы после него идут грубоватые. Грубоватые. И, конечно, маски очень сильно просят. Вот это, честно сказать, есть в нем. Но чувствуется, как он хорошо промывает. Но они не то чтобы скрипят, а именно грубоватые. Чувствуется, что он моет хорошо. Ну и дальше, на всякий случай, заказали пятновыводитель, потому что без него замучились. Артикул 327, 500 грамм брали по распродаже. Какая-то распродажа была, и мы вот по распродаже взяли. Ну, я на своем телеграм-канале, кто не подписан, вниз разверните описание, подпишитесь на мой телеграм-канал, я там обо всех распродажах, обо всем говорю, если вам нужна данная информация. Этот пятновыводитель мы не будем ждать особых пятен, потому что мы их уже накопили на одежде, которые не отстирываются, к сожалению.
и вот взяли его, чтобы сразу вместе с ним стирать, чтобы уже не думать, отбелить, не отбелить, сделать, не сделать. Артикул 327, идет 500 грамм. Ну, в домашних условиях им еще можно не только стирать, им можно и ковры чистить, и выведение, и замачивание, и чистка кухонных поверхностей. Также им можно чистить кухонные принадлежности, типа ложки, вилки, ножи, там все хорошо отбеливает, очищает. Вот такая вот история. Ну все, дорогие мои, это была вторая коробочка Абхазии. Вот как-то так.